На прошлой неделе в Нарвском отделении высшей школы Майнер побывал необычный гость – молодой человек по имени Хулиан, который прибыл сюда из Колумбии. На самом деле ничего особенно необычного в этом нет, потому что для представителей международной студенческой организации ISIC ездить в разные страны – дело вполне привычное. Вот и Хулиан прибыл в Нарву, чтобы познакомиться со студентами высшей школы Майнер и рассказать им побольше об этой организации. Я приехал из Колумбии почти год назад, чтобы участвовать в организации сильной группы ISIC в Таллине. Тут провожу лекции и тренинги для преподавателей. Потенциальных членов этой организации. Я рассказываю про ISIC, про возможности, которые она дает. Делюсь своими знаниями и опытом. Мне очень понравилось отношение молодых людей, которых я здесь встретил. Мне кажется, что ISIC Нарва за те полгода, что он существует, многого достиг и имеет еще много перспектив. Сами студенты, которым посчастливилось общаться с представителем ISIC из Колумбии, остались довольны. Студент высшей школы Майнер Антон нашел эту лекцию очень интересной. Мне очень понравилась и лекция, и сам товарищ из Колумбии, потому что видно, что человек общительный. Эта организация занимается обменом студентов. В принципе, для любого студента, особенно который учится по профессии менеджмент или что-то связанное с бизнесом, это очень интересно. Я подумаю о том, чтобы туда вступить. Потому как это практика, тем более практика международная, международные партнеры у организации, очень интересно. Языковая практика, английский язык как самый популярный язык в мире, что немаловажно. И плюс новые знакомства, новые друзья во всем мире. Анастасия уже была членом этой организации, но по объективным причинам ей пришлось ее покинуть. Вот полгода назад я уже вступила в эту организацию, но мне пришлось уйти оттуда, потому что у меня не было столько свободного времени, сколько там требуется. Вообще организация очень замечательная, очень интересная, это много поездок, много общения, потому что также приезжают много вот людей из других стран, была конференция в Таллине, то есть очень интересно было, и как бы я студентам всем очень советую туда вступить, потому что это очень занимательно, и как бы для будущего твоего развития, потому что много связей появляется, очень интересно. Лекция высшей школы Майнер оставила у Хулиана приятные впечатления и надежду на то, что ISIC в Нарве будет развиваться и дальше. Все прошло отлично. Я видел у молодых людей интерес, они много спрашивали, были очень дружелюбны. Информации, правда, было много. Нужно время, чтобы все это переварить. Но все-таки у меня очень хорошее впечатление осталось от лекции.